Ивановцев, как и жителей других городов, призывают подписать петицию за создание надземного метро. Такой проект предлагает воплотить в жизнь питерский предприниматель Ренат Бичурин. Надземное метро в сравнении с подземным обойдется гораздо дешевле, но в то же время избавит город от пробок. А проезд в таком виде транспорта для пассажиров будет совершенно бесплатным. Строить надземное метро предполагается исключительно за счет инвестиций, без участия государства. В нашем городе автор проекта предполагает пустить наземные поезда по тем маршрутам, где раньше были трамвайные рельсы. Оккупация строительства и эксплуатации будет за счет аренды многочисленных коммерческих помещений, расположенных на станциях. Автор проекта даже обращался к местным властям. Городские отказались, но это понятно, потому что они не хотят создавать конкуренции для государственного общественного транспорта и для частного. Потому что метро будет бесплатное для пассажиров. Ну и кроме того, это современный транспорт, то городской он будет не конкурентоспособный. А областные власти, они ответили уклончиво. У них есть какой-то интерес к созданию такого передового аттракциона. Они какое-то международное мероприятие готовят через несколько лет. И вот хотели бы это, что